На уходящей неделе ключевые вопросы развития системы обеспечения национальной безопасности обсуждены на совещании президента с руководителями силовых ведомств. При этом проработана стратегия противодействия новым вызовам и угрозам, скорректированы задачи профильных структур. Тема безопасности получила продолжение на встрече Александра Лукашенко с генерал-лейтенантом Андреем Равковым. Министр обороны доложил президенту страны план применения региональной группировки войск вооруженных сил Беларуси и России. Этот документ, переработанный с учетом изменения военно-политической обстановки, должен быть рассмотрен и утвержден на ближайшем заседании Высшего Госсовета союзного государства. Речь идет о военно-политической составляющей, а конкретно о выработке планов на предстоящую пятилетку применение строительства и применение региональной группировки войск, которая создана в рамках Союза Беларуси и России на случай агрессии против Беларуси или же России на западном направлении. Мы в максимальной степени учли все те изменения обстановки, которые произошли за 5 лет, и внедрили их в те вопросы, которые отражены в плане применения региональной группировки.